установка бокового дефлектора 2D на Toyota Grand Highlander. Что такое 2D? Плоский, даже мягкий. При установке будет стоять жестко и красиво. При установке дается спиртовая салфетка, не одна. Протираете там, где клеите, по верхней части дверей. Мы это уже все сделали. Установка происходит по верхней части двери и по боковой. Кстати, он будет под наклоном. Снимаем защитную пленку. Также с передней части. Зафиксировали их по передней части. Снимаем защитную пленку и потихоньку ставим. Берем полотенчика, у нас все это в защитной пленке, придерживаем и теперь основательно доклеиваем. Переднюю установили, также устанавливаем вторую дверь, снимаем защитную пленку. Кстати, перед тем, как установить, смотрите, чтобы двери у вас были ровные. Здесь все оказалось замечательно. Смотрим на первый дефлектор. Пристаем на цыпочках. Смотрим, чтобы у нас верх и низ был одинаковый. И подклеим заднюю часть двери. Также берем полотенчика, также придерживаем. Если у вас ровные двери, у вас ровно под наклоном одинаково будут стоять, как здесь. Также есть третья часть для декора, чтобы закончить всю эту красоту. Снимаем защитную пленку. Также наклеиваем. Выпрямляем в воздухе и смотрим также. Замечательно. И также полотенчиком. Если вы не нашли товар от компании «Стрелка 11» на свой автомобиль, также 2D дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании «Стрелка 11» будет бесплатно. Звоните в компанию «Стрелка 11». Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.